Этот многоэтажный дом в Усть-Каменогорске, сданный в эксплуатацию в ноябре 2019 года, сегодня разваливается буквально на глазах. Облицовка и утеплители наружных конструкций не выдержали сильных порывов ветра и 45-градусных морозов, посыпались на головы жильцов. Благо, пока обошлось без жертв. Хотя руководство компании-застройщика обещало жителям, что их дом возведен основательно и способен выдержать едва ли не 7-бальные землетрясения. Жителями дома встретились мои коллеги. Бакытбек Амренов готов съехать из новой квартиры в любой момент, но только некуда. Введенный в эксплуатацию чуть больше года назад многоквартирный дом уже представляет собой печальное зрелище. После первой сильной метели стены здания выглядят, как после артиллерийской атаки. В металлосайдинге зияет пробоина. По словам возмущенных новоселов, внешние повреждения привели к разрушению несущих стен здания. Жильцы уверяют, ветер гуляет по квартирам, от холода не спасает. Спасают даже горячие батареи. Еще не расплатились за квартиры, но уже хочется переехать. Вот наш сосед с 7-го этажа из-за холода уже съезжает на съемную квартиру. У него ребенок заболел, попал в больницу. Дом весь проблемный. Мы обращались в горакимат, гормаслихат. Никто нам так и не помогает. Просто обещают. Некоторые из жильцов новостройки отказываются ждать, когда же власти решат многочисленные проблемы дома и съезжают. Из 162 квартир 30 пустуют. Но не у всех есть возможность снять жилье. У многих новоселов этого дома ипотека. Так, Берику Толембеку за жилплощадь с трещинами еще 15 лет выплачивать ипотечный кредит. Правда, за что платить, недоумевает мужчина. Причем тратиться приходится в последнее время еще и на ремонт. Но кто возместит эти траты, неизвестно. Он же 1,5 миллиона галдык, осы үйді. Взял эту квартиру за 10,5 миллионов тенге. В каждый месяц плачу по 70 тысяч тенге в банк. 20% уже вложили. Но за что? Все разваливается. Даже воды у меня как таковой нет. Я хотел отказаться от квартиры, но деньги банк уже не возвращает. Перечень повреждений жильцы передали в областную прокуратуру. Люди настаивают на привлечении строителей к ответственности. Поэтому мы обращаемся в областную прокуратуру, чтобы определить ответственность подрядчика, который построил, бэушные материалы применял, там даже раствора нету под плитами перекрытия. Это вообще нельзя так. Конечно, дом очень вообще в тяжелом состоянии, потому что дефектов очень много. Мы составили дефектный акт с жильцами, все прошлись, у нас комиссия была, все прошлись поквартирно. Пока ответ прокуратуры Восточно-Казахстанской области неизвестен. Но одно сегодня ясно точно. К устранению дефектов застройщика уже не привлечь. Строительную компанию лишили лицензии и уже официально объявили банкротом. Отвечает за многострадальный дом в Усть-Каменогорске теперь казахстанская ипотечная компания. Люди жалуются на деформационные швы, которые не утеплены. И что лифты не работают, что в эксплуатацию лифты еще не принимают, но эта работа идет. Согласовал все объемы по устранению этого случая. В КИК направил, сейчас должно решаться финансирование. Непонятно, почему только сейчас местные власти обратили внимание на многочисленные проблемы жильцов этого дома. Будем надеяться, что после этой программы люди все же не останутся один на один со своими проблемами. Мы будем держать на контроле эту историю.